Трагедия с внуком Аллы, боль не унять. Певец не внял предупреждению об опасности и решил рискнуть. Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков с детства любил экстремальные развлечения. Мы были дикими поклонниками передачи «Джакас» на MTV, где чудаки проделывали всякие штуки. Каждая начинала с предупреждения «Не пытайтесь повторить». «Это, конечно, нас не останавливало», – рассказал он. Сейчас в местах, где мы гуляли, все застроено, а раньше было много заброшенных особняков. Мы лазили, вызывали призраков, однажды затащили ржавую кровать с натяжной сеткой, прыгали на нее из окна второго этажа и рикошетили в сено, улыбнулся Пресняков. У одного чувака была простенькая камера, и он снимал все эти упражнения. Потом продал СМИ-кассету за бутылку пива и чипсы. Прыжки из окна для Преснякова остались без последствий, но он продолжил испытывать судьбу. Помню, я долго подбирался к этому, чтобы съехать. С пятиметровой отвесной стены. Half-pipe – это 2 метра по вертикали, потом ты выкатываешься на горизонталь. Я ставил доску на край рампы и мог часами смотреть, как ребята съезжают. Однажды пересилил страх и поехал. До сих пор помню адреналин и тот момент решительности, который подтолкнул меня сделать шаг, цитирует Преснякова журнал Hello. А недавно случилось несчастье. В скейт-парке певец все-таки серьезно повредил ногу. Поролоновая яма, куда он приземлялся, оказалась недостаточно мягкой. «Нет-нет, таких парков мало, еще не хватало, чтобы закрыли. Я без претензий», – отметил Пресняков.